Проклятие, Кит! Во что ты меня втянул? Эти монахи что, сторожат мои сокровища?
Я обещал открыть секрет, но не обещал, что будет легко. Давай откроем дверь и посмотрим, что там. Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Кеннелли. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Ни слова. Идем. Втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит! Что это, черт возьми, за шут был там? Говори! А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаю. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Угу. Блоки наверху. Так это за вами гоняются тамплиеры? Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Но теперь они сильнее. Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай! Прыгай!
силы еще есть? Обругать тебя хватит! Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле? Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Это он? Великий приз, про который говорил наставник. Он совсем не похож на того мудреца, увы. Не расслабляйся. Нас ждет еще одна загадка. Статуи вроде тех, что мы видели раньше. Только с рисунками. На полу тоже есть рисунки. Но совсем другого рода. Между ними точно есть связь. Но какая? Да, одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Непонятно. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Ладно?
Боже, это же мудрец. Но этой штуке уже сотни лет. Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен? Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. Что за чертовщину я там видел? Джим! Тихо. Статуя в храме. Это его вы видели в Гаване? Да, один в один. Похоже, найден новый мудрец. Борьба за обсерваторию начнется вновь. Поэтому шепотом. Это ваша вина, Кенуэй. Карта, что вы продали тамплиерам, привели их к нам. Теперь агенты двух империй знают, где мы скрываемся. Оставьте это мне, наставник. Людей Эдварда тоже схватили. Интересно, важны ли ему их жизни? Возьми. Не привлечешь внимания, и будет меньше жертв. Используй дротики.